Українських старшокласників будуть навчати основам ведення бізнесу. Міністерство цифрової трансформації планує запровадити у школах новий предмет про підприємництво. Фахівці кажуть, на перший погляд, ініціатива непогана. Втім, є кілька запитань щодо організації навчального процесу з цього предмету. Во-первых, станет вопрос кадровый, в первую очередь. Кто будет обучать детей? Да, это факультатив. Это, в принципе, неплохо. Это выбор будет за учениками старших классов. Во-вторых, как это все будет проходить? Какая будет программа? Какой курс лекций, содержание этого материала? И нужно ли оно, как заключительный вопрос, ученикам? Да, возможно, он и нужен, но это будет небольшое количество учеников, которым, возможно, это будет интересно. Плявне, всі випускники мріють стати підприємцями. Доцільніше, за словами педагогів, навчати дітей у школі економічній грамоті. Молодому поколению, выходя со школы, входя вот во взрослую школьную жизнь, возможно бы навыки, вот элементарные навыки экономической грамотности были бы более важны, нежели бы вот предпринимательство, которое, допустим, возможно, не всем интересно. Вот, и кому-то оно совершенно в жизни не пригодится.